Господа, всем доброго времени суток. У микрофона с вами, как всегда, Дог Браун, и у нас сегодня немного классики. Дело в том, что за последнее время я выложил на канал массу обзоров на самые разнообразные MMORPG проекты, которые прямо сейчас находятся в разработке и должны выйти уже в ближайшем будущем. Среди них были MMORPG с фэнтезийной стилистикой, были с фантастической стилистикой, были игры с разным типом камеры и разной боевой системой. В общем, было много разнообразных проектов от самых разных разработчиков из самых разных стран. Однако в комментариях под практически каждым из этих обзоров были люди, которые писали, что на самом деле все эти новинки абсолютно никому не нужны, ведь есть старая, добрая и проверенная временем классика. Так вот, вы, наверное, не поверите, но я прекрасно знаю о существовании классических MMO-игр. Более того, в большую из них часть я в свое время очень активно залипал. И даже скажу больше, я и сейчас продолжаю периодически поигрывать в некоторые свои самые любимые классические ММОшки, среди которых в своем большинстве на данный момент это Ion и Perfect World. Кстати, думаю, старожилы канала об этом прекрасно знают, так как видео по этим играм периодически у нас появляются. Собственно, сегодня как раз таки тот самый случай, когда, пожалуй, пора напомнить и вам о классике. Ибо, опять-таки, судя по вашим комментариям, многие очень ждут запуск классического сервера Айона, ну или же как минимум просто любят эту игру. В общем, давайте ближе к делу. Я не знаю, зачем ждать сервер классического Айона, когда по сути у нас с вами уже есть Айон History, который полностью соответствует корейскому Айон Classic. Сервер запускался с версии клиента 1.2 и постепенно, а главное без вайпов, получал обновление. На данный момент на сервере установлена версия 2.2, однако уже совсем скоро, а именно 24 февраля, Ion History обновится до версии 2.4. Само собой, все это произойдет плавно и, самое главное, без вайпов. То есть, если вы уже играете на сервере, то сможете продолжить игру своим персонажем и после обновления. Если же говорить о самом обновлении, то вместе с ним в игре появится арена славы с соответствующими наградами, рейтинг боев на арене, несколько новых данжей, появится особый куб для квестовых предметов, новое оружие и появится возможность расширения куба из инвентаря, минуя NPC. И это только часть того, что будет введено в игру. При желании с полным списком обновления можете ознакомиться на сайте проекта. Ну а еще лучше, если просто зайдете в игру и начнете изучать обновление непосредственно в ней. Да, кстати, самое главное и очень приятное, так это то, что по случаю обновления в период с 24 февраля по 6 марта будут действовать X2 рейты. А значит, если вы впервые придете на сервер, то сможете быстрее прокачать своего персонажа. Собственно, по случаю такой гулянки я хочу устроить стрим по Айону. Причем не где-то, а прямо тут, на этом канале. У нас здесь редко бывают стримы, но я думаю, круто будет собраться всем вместе и погонять в классическую MMORPG, ну а заодно поболтаем и пообсуждаем все последние новости и новинки игровой индустрии. По этому случаю я даже создам нового персонажа, чтобы побегать со всеми, кто придет на стрим на стартовой локации и пойти потом дальше. Ну а касательно того, когда пройдет стрим, то я сообщу об этом в ближайшее время. Анонс будет, как обычно, в нашем телеграм-канале, да и само собой на YouTube-канале тоже анонсик повешу заранее. Так что приглашаю всех желающих. Кстати, начать играть вы можете уже хоть сейчас. Сервер стабильно работает уже несколько лет, так что можете смело приобщаться к комьюнити. Ссылочку на сервер оставлю, как всегда, в описании. Переходите, регистрируйтесь и начинайте играть в крутую, нестареющую классику. На этом буду закругляться. Как всегда, спасибо за просмотр и приглашаю вас всех в комментарии. Расскажите, знакомы ли с Айоном, и если да, то когда и каким классом играли. Ну и само собой, жду всех вас на стриме и, конечно же, в самой игре. Обязательно приходите. Всем желаю удачи, побольше крутых игр и, само собой, до встречи. Пока-пока.